Новый успех сирийской армии, действующей при поддержке российской авиагруппы. Правительственные войска штурмом взяли стратегически важный город Шейх-Мискин в южной провинции Дераа. Ожесточенные бои за него шли с декабря. Через этот населенный пункт проходят дороги, ведущие в несколько других районов страны, в том числе в столицу Дамаск. По данным СМИ, в результате военной операции уничтожены несколько десятков террористов и множество техники, включая внедорожники, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, для боевиков отрезаны пути сообщения между разными частями провинции. Теперь у них проблемы со снабжением и подкреплением.